Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Автохакер, случайных пользователей, те, которые уже подписаны на мой канал. И сегодня у нас, как вы видите, очередной приход автомобиля с Америки. На Копарте заказывали на аукционе автомобиль в хорошем состоянии, ну как в хорошем, по техническим моментам. По двигателю все отлично, а вот по кузову придется поиграться хорошо, так как вы видите, вон там потертости, это все вандализм. Вон, видите, бич кто-то написал. Серьезные такие порезики. Или отверткой, или какой-то монетой. Также были пробиты колеса задние. Видно, что ножом кто-то хорошо поехал. Поигрался здесь и здесь. Автомобиль уже находится в городе Черкассы. То есть буквально он пришел в Одессу. Два дня его растаможили полностью. И уже сюда его доставили на эвакуаторе. Не хотели мы с вами ехать туда заниматься. Потому что могли завести, а могли не завести. Автомобиль был написан не на ходу. Сейчас вам покажу, как он приходит полностью, автомобиль с Копарта. И вы будете видеть уже, что и как. Значит, видите, вот в таком состоянии, вон всякие брелочки, всякие бутылочки, карточки, журналы были. Также вот книга полностью технического обслуживания, более написано, что там. Вон, видите, какие колбочки. Автомобиль полностью грязный. Американцы, они такие, что в таком состоянии держат автомобиль. Видите, кожаный полностью салон. Нужно будет менять, как вы видите, тормозные диски. Потому что они в таком состоянии. Автомобиль, кстати, полностью на пневме. Работает все. Это тоже большая редкость. По ходовке здесь идеально все. Что касается... Тоже был удивлен. Так как всегда автомобиль приходит с одним ключом. Здесь уже два ключа. Вон ВИН-код автомобиля. Это очень хорошо. Что у нас по салону? Салон у нас, видите, нужно будет немного деталей заменить. Как вы видите, вот у нас руль нужно будет менять. Это 1002 гривен. Итак, смотрите, значит, под замену нужно будет менять тахометр, как вы видите, спидометр, потому что там он трещина. Можно, конечно, где-то на разборке найти стекло, вот это вот пластик под замену, потому что спидометр то работает, по всей видимости. По дверях, видите, карты, здесь немного затертости вот есть, может, как-то их отполировать можно будет, это нужно будет смотреть. Так, ну, химчистка в любом случае нужно будет. Кожа тут немножко, видите, затерта по боках, где сидели. Вверху, сверху у нас полностью идет панорамный люк. Видите, вон стекло сверху. Очень классно будет. Ну, машина напичкана хорошо. Зеркало заднего вида тоже разбито. Значит, такое зеркало, если брать, это с открыванием ворот шлагбаума, оно где-то стоит долларов 100 на разборке. Если же бэушное заказывать, где-то долларов 50. Если же брать обычное зеркало, то долларов 40. Ну, хотелось бы такое, конечно, установить. Что еще, смотрите, у нас полностью здесь разбиралось. По всей видимости, машина где-то стала. И нужно был ключ вот такой, чтобы машину, коробку поставить в нейтральное положение, чтобы она могла хотя бы катиться. Здесь все, видите, панельная панелька разбиралась, паркинг, вот коробка, это все разбиралось, нужно будет собирать. Подлокотники тоже чистит, подчистку. Есть вот такой экран, как на других версиях, видите, тоже он треснутый. Это смотреть задним пассажирам. Можно телевизор, там такой стоит блок управления, ты вставляешь диски, смотришь телевизор, он тоже, видите, разбитый. Но это не в первую очередь будет заменяться, главное, что автомобиль заводится, так и двигатель запускается. Сейчас вам покажу другую сторону автомобиля. Сейчас, конечно, капот я не смогу открыть, вам показать, но там двигатель все в отличном состоянии. По кузову, как я уже говорил, нужно будет многое красить, как-то полировать, потому что вот такие вот потертости находятся здесь, здесь полностью. Вот видите, на центр капота, вот сбоку у нас вот такие вот потертости.
В общем, вся машина в потертостях. Это, конечно, не очень сильно радует, потому что нужно будет очень много капиталовложений или вот это все полировать, как-то затирать. Кстати, вот такие вот, видите, очень глубокие потертости. Не так, как, знаете, немножко видно было бы. А здесь нужно будет, конечно, уделять очень много внимания, потому что они вот очень-очень глубокие. Также и на дверях это все. Что-то написали. Фрик. То есть везде-везде она потерта. Давайте открою вот эти еще двери. Посмотрим, что у нас здесь еще. С этой стороны. А с этой стороны у нас, конечно, ситуация немного ужасающая. Как вот, знаете, здесь придется, наверное, ручку менять. Потому что здесь кусок прям кожи вырванный. Декорация потрескана, ну то все мелочь. Вот какие-то у нас заглушечки. Ну так я же говорю, машина то в идеальном состоянии, по кузову только есть, конечно же, вопросы. Это все нужно будет устранять. Главное, что машина запускается, двигатель. Вот мы видим, вот это я хотел вам крупным планом показать, что вот этот вот экран нужно будет менять. Порядка он 200-300 долларов стоит с разборки. Если брать оригинальный BMW-шевский, то это еще дополнительные средства под замену у нас. Ну так в целом автомобиль в хорошем техническом состоянии. Кнопка старт-стоп работает, запускается, подушки нигде не сработаны. Это тоже большой плюс. Сзади у нас подлокотники. Подлокотники у нас хорошие. То есть везде-везде машинка такая, знаете, хорошенькая. Подогрев сидений есть. Видите, это все тоже работает. Опускается сиденье, поднимается, едет вверх-вниз. Сейчас, кстати, когда машину прислали, выгрузили, она не заводилась, потому что сел аккумулятор. Аккумулятор заменили, поставили новый, все работает, все заводится. Ну, нужно, конечно, будет заменить масло в двигателе, в коробке сразу желательно же поменять масло, потому что американцы такие, знаете, люди ездят, потом машина встает, они ее начинают ремонтировать. То нужно будет, конечно, в коробке посмотреть масло какое, заменить это все в двигателе, свечи поменять, масло тоже, и уже потом можно будет ездить. Сейчас же ждем, пока нам заклеят резину заднюю, так как резина была порезанная. Не успел я заснять этот момент, потому что автомобиль с самого утра пришел, нужно было уже ним заниматься. Поставили, отправилась резина на поклейку. Там такие были, знаете, огромнейшие порезы на резине. Кто-то ножом прошелся по двум задним скатам. Это все нужно будет менять. Двери вам не особо могу открывать, потому что машина, как вы видите, на вот таких вот подъемниках стоит, чтобы не пошел никуда уклон вправо-влево. Ну, как я уже показывал, всякие безделушки в автомобиле. Вон аккумулятор стоит. Установили, видите, какой огромный, здоровый. А так все в автомобиле есть. Все отличненько. Вот кнопка у него. Ну, работала. Сейчас уже что-то не фурычит. Ну, так автомобилем, в принципе, я думаю, клиент будет довольный. Потому что такой автомобиль с ростоможкой, со всеми нюансами, у нас уже в Украине вот доставлен где-то, получается, до 10 тысяч. А если такой автомобиль у нас купить, он будет от 13 тысяч. Трехлитровый здесь двигатель стоит. Есть они идут 5-литровым двигателем. 3-литровый это оптимальный двигатель, хороший, хорошо будет ехать автомобильчик, свеженький, тем более 2007, конец 2007 года этот автомобиль. Я думаю, с проблем с ним не будет по эксплуатации. Американцы относятся бережно к своим автомобилям, то есть их не убивают, там нету таких дорог с ямами, как у нас в Украине, в России, в Казахстане, в Беларуси. А вот там дороги хорошие, я думаю, проблем с ним никаких не будет. Как видите, ну, придется, конечно, химчистку полную сделать салона. Это уже, если захочет владелец, будет делать. Главное, что подушки, друзья, не стукнутые. Так, в целом, хороший, красивый
автомобиль с фаркопчик стоит. Видите, в целом нормально. Все бы хорошо, если бы не было вот этих вот потертостей, потому что придется на лакокрасочное покрытие тоже потратиться, и я скажу, не малую сумму. Если вот это затирать все, одна сумма будет, но если его под покраску, это, соответственно, уже другая стоимость будет. 3.0 двигатель, диски, конечно, очень классные, здесь видите, оригиналы стоят. Ну, как по мне, автомобиль полностью стоит внимания. И вот такие вот автомобильчики можно закупить на аукционе Копарт. Недорого. Ну, я думаю, очень и очень хороший вариант. Клиент будет довольный. А кто еще не подписан на мой канал Автохакер, поддержите своим лайком, подписочкой. Ну и напишите комментарий, что вы думаете по этому поводу. Сколько будет под восстановление такой автомобиль, если с подкраской. И что вы думаете, стоит брать ли, или просто не озадачиваться, брать на рынке уже полностью готовый автомобиль, дешевле это будет или нет. Но я думаю, в любом случае вы будете в выигрыше, потому что такой автомобиль выйдет намного дешевле. Да, сюда нужно будет еще определенную какую-то сумму вложить денежную, но тем не менее вы ничего не потеряете, потому что вы будете в плюсах. Этот автомобиль идет американец. Американский бензин, американские дороги, американские запчасти. То есть он еще не одну тысячу, по сути, не проехал по нашим дорогам. Так что, друзья, с вами был Автохакер. Подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра. Пишите, буду рад вас слышать, видеть. До скорого. Пока-пока.